Алло, Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Анна. Я набираю вас по поводу регистрации по проекту VCB инвестиции. Дополнительный доход, вы у нас оставляли заявку. Было, подскажите, все ли у вас там так шумно, вы в детском саду или в яслях? Я повторите еще раз. Вот, я говорю, у вас там так шумно, непонятно, вы в детском саду или в яслях, что у вас происходит там? Нет, мы на работе. На работе? А вы работаете в детском саду? Нет, мы работаем не в детском саду, я вам только что сказала, где мы работаем. Где вы работаете? Мы работаем в проекте VCB инвестиции, дополнительный доход. А это где? Это в Москве. А, вы в Москве? Я понял. Да. А где вы в Москве? Ну, мы этого не можем вам сказать. А что это вы не можете сказать? Скрываетесь? Вы подскажите, вам все было в проекте? Понятно. А вы я задал вам вопрос, а вы мне на вопрос вопросом отвечаете. Я говорю, почему вы не можете сказать, где вы находитесь? Потому что мы рассматриваем с вами сейчас проект, а не там, где мы сейчас находимся. Ничего не понимаю. Вы звоните физическому лицу, представляетесь, что вы компания. Я вам говорю, где компания находится? Вы говорите, я вам не скажу. Я говорю, в Москве. В Москве. Ну, знаете, когда вот говорят, в Москве адрес я вам не скажу, это, вероятнее всего, звонят граждане Украины. А у меня украинское гражданство. Мы сможем с вами работать? Нет, мы не сможем с вами работать. А знаете, почему мы не сможем с вами работать? Потому что, как только вы мне спиздите деньги, я приеду в Киев и вас всех выебу в жопу. Как приятно. Ну, я знаю, что вам будет от этого приятно. Но денежки пойдут обратно. Не получилось объебать, да?